Хейл, гейс, с вами Шимики, и это у нас Зеркало Тейн. В прошлой серии мы с вами помогли королю и открыли замороженный мир. Теперь у нас, кажется, огненный мир, потому что я вижу вот немножко элемента огня, если это огонь или это лава. Ну, ладно, не суть, погнали. О, подарок от моего мужа. Очень вовремя. Пожалуй, поставьте цветок в вазу. Я знаю, что вы ищете пропавшие осколки зеркал. Помогите отыскать мой пропавший драгоценный камень, и я подарю вам еще два осколка. Я не могу предстать перед моим королем, пока не верну камень свое ожерелье. Хорошо. Да, все-таки это огненный мир у нас. Огненная королева. Книги, вазы, чаши, цветки, или это шляпа, и непонятно что, кажется, это сыр. Окей, значит, где-то что-то можно куда-то зайти, да? Да, вот, здесь кусок сыра, ой, книги, стой, это даже не сыр, это у нас какая-то бюллетень. Скорее всего, мы ее сможем получить, когда вернем книги. Поэтому давайте искать дальше. Начнем с вас. Самое простейшее. Так, зеленый кувшин. А, точно, кувшин тоже нужно искать. Эти. Кувшинчики, кувшинчики. Так, наверху кувшин. Части шляпы. Так, давайте сразу возвращаю то, что я могу вернуть. Верну. Кубки туда. Так, теперь мне нужно одну книгу найти где-то. Нашел книгу. Две части шляпы. Синяя роза и черная херь. Книги я то знаю, куда уже можно вернуть. Шляпу сюда, книги сюда. И должна появиться бюллетень. Головоломка? Ах ты ж, ё-моё. А можно пропустить. Но я этого делать не буду. Так, а я думаю, типа у меня алфавит. A, B, C, D, Q, E. Z это последнее, это точно я знаю. M. T, L. I. A, B, V, S, V, P. D, E. Ой. А, тут нужно одно нажатие. А, так... А, ё-моё. Ну, это на месте, я вижу, стоит. И это в основном только так переставить. Значит, здесь только. Так, а поменять? Все, я сделал. Ништяк. Хорошо. Это нам пригодится в дальнейшем. Здесь мы все сделали, можно возвращаться, как с камнем нужно здесь будет разобраться. Мир вулканов. Кузница. Привет, коротышка. Я Аргас, королевский кузнец. У меня небольшая проблема. Гном куда-то затерял мои инструменты. Он хороший огранщик. Но это не помешает ему быть проказником. Я слишком большой, и мне... Я слишком большой здание, и мне помещусь, блядь, в здании. Если тебе удастся найти там мои инструменты, пожалуйста, верни мне. И если тебе не сложно, принеси мне немного воды, а я пока вздремну. Циклоп. Окей. Постарайся собрать все с помощью чего мы сможем так забраться, дотянуться до верхней полки, чтобы узнать, что внутри коробки. А что это такое? Все огромное? О, кошатинка. Кошатина. А, светильник. Окей, хорошо. Палка, кирка. Значит, там часть кирки будет. Еще часть ведра какого-то. Лист, бюллетени, инструменты. Да хера досок, очень много досок. Ведро, доски, часть досок. Ага, я понял, что мне нужно. Что это? Не берется. У-у-у.
Кажись, я застрял. Так, лист еще вижу. Я думал, что это еще что-то, но оказывается нет. Вижу лист, вижу доску. Хорошо. Так, бумагу. Бумага это нам. Все. Доску вижу еще, ладно, одну. Черный херим. Так, вижу одну черную херь, вижу вторую черную херь. Хорошо. Полку. Теперь я могу забраться наверх. Да? Я могу забраться наверх? А, все, я забрался наверх. Окей, что здесь еще можно сделать? Так, это сюда. А, все, я в этом месте все сделал. А корыто это поставить, нет? А, корыто с водой нужно, скорее всего. Думал, ему хочется пить. Отлично, холодная пещера и странный колодец. Что я вообще могу здесь найти? По крайней мере, в колодце есть вода. Ну, как ни странно, лебедная сломана. Мне нужен свет, чтобы починить ее. Короче, ничего не видно. А кто знает, какие тут могут прятаться существа. Хорошо. Оружие, светильник. Без проблем. Ого, что я нашел? Черт. Я нашел ее камень. Короче, чиним. Я понял. Нужно оружие найти, во-первых. Инструменты найти. Молоток. Камушки. Скалка или что это? Вижу оружие. Веревку вижу. Так, осталось скалку найти. Так, давайте сразу камни размещу. Так, ведро вот стоит, алло. Скорее всего, это с водой мне уже нужно. Так, меч. Нихера себе, его запрятали. Так, ладно. Балова. Или это скалка все-таки. Вот, нашел. Или это дубинка. Так, ладно, стопэ. Оружие сюда. Это вообще для воды. Хорошо, у нас есть вода. У нас есть вода, больше здесь ничего сделать не могу. За камнем мы придем сюда. Темный погреб. Запомнили. Так, мастерская. Должно быть, это мастерская гранчика. Я раньше никогда не видела гномов. Эта машина выглядит очень сложной, но если бы у меня был камень, инструмент, думаю, я бы справился. А, типа мы еще должны обработать, слышь, гном. Так, что мне нужно? Инструменты, какие-то опять записочки. Так, инструменты, записки. Части механизмов. Щетка. Два драгоценных вещички. Описание рун. Угу. Это, скорее всего, вот эта херь. А, нет. Она состоит из двух частей. Хорошо. Так, карту. Карту работника. Доску. Здесь нужны инструменты. Отлично. Если что, мы можем вернуться еще к нашему тому челику и вернуть ему водичку с водой и плюс инструменты. Либо нет. Так, инструменты, щетка. Так, часть бумаги какой-то. Нужно еще две части бумаги. Часть инструментов. Плоской губцы нашел. Для держки металла. Еще какая-то херь. Еще какая-то херь. И кольцо. Фу-фу-фу-фу-фу. Да уж. Так, деталь нашел. Послал золотую херь найти и два куска листа. Во-первых, где мне найти листики эти? Я их не вижу. Их вообще не вижу. А кликать это опасно. О, нашел, ладно.
Еще один часть нашел. Нужно золотую херь найти. Тогда использую подсказку. Нашел. Так, юзаем. Так, сначала верну это все дело. А, на стуле. Нихера себе, оказывается, она была. И это, скорее всего, рунки. Рунки. А почему вы не подходите? А, подошли. Хорошо, это мне рассказывают, как с этой херью работать. Все в другом мире. Так, королеве нужно вернуть. Поехали. Нужно в кузницу сначала с инструментами разобраться. Он должен мне дать часть кирки. Вы принесли все, что нужно Аргасу для изготовления отсутствующей части кирки. Просто возьмите ее с наковальни и отправляйтесь с ней в пещеру. Не в пещеру, а в погреб. Так, ладно, сейчас мы с вами выбьем тогда камняк. В погреб. Так, камень. Ништяк, забираем камень. Отправляемся в мастерскую. Так, ну бюллетень я, в принципе, засунул уже. Значит, нам нужно поместить камень внутрь. Да? СПМ. Сначала помещ... Что здесь я могу активировать? Сначала открываем печь, кидаем туда камень, засовываем бюллетень, нажимаем на рычаг. Перячим камень, нажимаем... Пускаем. Подожди, понимаем? А, все, я понял. Тут был, оказывается, два рычага. Найден осколочек, отлично. Все, отправляемся к королеве, делаем еще один частик и GG. На королеву. Спасибо вам, что нашли камешек. Теперь я могу вас воссоединиться с моим королем. Вот осколки зеркала, как и обещали. Возьмите. Удачи вам. Отлично. GG. Зашибись. Значит, вам удалось померить короля с королевой. Оказывается, вы хорошая сводница. Теперь поторопитесь и соберите оставшиеся осколки. Помните, дети нуждаются в вас. Пожалуйста, скажи мне, что с ними все в порядке? Разумеется, я даже не думаю о том, что я могу собрать. Это не в моих правилах. Продолжай искать, вы должны закончить это задание. Окей. Какой-то у нас следующий мир открылся. Кажется, я вижу гнома. Скорее всего, подземелье гномов, но это узнаем в следующей серии. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока.